Всем привет, ребят, с вами Костик да Влад, и вы на моем канале. Сегодня мы поиграем в Stick War Legacy. Квестов не было давно. Прокачки зачем-то почему-то тут не дали. Ладно, без прокачек, надеюсь, обойдемся. Фух, подожди. Это уже что-то новенькое. Вампирский мечник с вот такой вот косой. 38 и дополнительно 7. 38 плюс 7 на 45. 45 урона. Надеюсь, я правильно посчитал. Фух. Если я неправильно посчитал, то пишите в комментах. Не, давайте сначала посмотрим, что у противника. А, у противника гальванические. Все понял. Хочет вот что-то вызвать. Да, в этом видео у меня нету настроения. Сразу за это извиняюсь. Кстати, мы еще вот так быстро бьем. Вот так вот. Этот капитан отдельный человек, у которого такой же ум, как у Эйнштейна. Вот, он настолько же умный, как Эйнштейн. Если что, я никого не оскорбляю. Типа, Эйнштейн умный, и он тоже вот настолько вот умный, что он даже не догадывается. Эйнштейн умный, этот тоже умный. За что я не говорю, что Эйнштейн... На самом деле, они обои умные. Просто, чтоб вдруг вы не так поймете эту шутку. Блин, сейчас уничтожение статуи начнется. Помочь? 10-урон. 10-урон, помочь? Кстати, ребят, я тут это вот немного приболел. Вот, я только что кашлял. Чем я отменял? Давай я присоединюсь. Ладно, присоединяться не буду, лучше покоцу статую. Это такой же гений? Да, это такой же гений. А, не хватит мечников 28, надеюсь. Поэтому начинаем долбить статую. С двоими надо расправиться. Я буду идти под щитом. Как говорится, приманка.
продолжим пока сравнить мечников. Здесь тут не будут лазерный глаз. Нет, не будут. Но тут будет вот это вот капитон и гигант. Поэтому мечников нам надо побольше. Где? Вообще калечу статую. Вот немножко. Я это не калечу. Тут прокачку дайте. У них понятно. У них этот луч. У них есть лиственный флажок, а одновременно эти вот скелеты. Кстати, Херовскин, если я правильно знаю, и король. Херовскина надо сохранить. Поэтому мы идем в атаку. Просто попытаемся грохнуть капитана. И почти попал. Ну, блин, Херовский на этот очень круто играть, в принципе. Я спину 140-420 сношу. Я вообще удивляюсь, как лиственный флажок смогли выдать. Если тут буквально ни одного лиственного. Максимум зомби есть. И то они вообще никак не связаны с лиственными. Зомби. А точно, у нас же король. Помню, у противника был король. Да уж, уровень гениальности велик. А если я буду бить статую? 210. Так, план такой. Вызываем у противника подкрепление и уходим. А куда уходить? У них армия слабая. Король, живи! Прошли. Да, пройдено. Кому ролик понравился, ставьте лайк, подписывайтесь.